Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня снова я, Алексей Бурой, со мной Волк Воровской, или же Клайм. И мы сегодня играем в Scrap Mechanic на то, кто построит лучшую и быструю тачку, которая доедет вот до того конца и до финиша. Не знаю, видно ли вам, но там есть финишная черта. Да хватит меня уже бить, иди уже строй. Все, поехали. Так, значит, строим тачку. Что у тебя там получается уже что-нибудь? Я ищу блоки сейчас, чтобы построить. Ну, я буду строить из железа, скорее всего. Так, железо. Потому что я уже строю железо. Я из металла буду строить. Ну, давай, строим. Машинка у нас будет небольшая. А, или это у меня тоже металл? Да я не знаю. Так, давайте сразу сделаем с вами эти поворотные механизмы. Так вот. Ставим, получается, еще раз. Ты сейчас что делаешь? Надо. Поворотный механизм тоже? Нет. А, ну я поворотный. Сейчас строю платформу себе. Ага. Так, главное, чтобы эта машина не переваливалась. Нужно как-то все так. Все, да, надо ровненько сделать. Я знаю, что я сделаю. У меня прям такая идея появилась офигенская просто. Ты бы знал, серьезно. Это прям офигенская идея. Ну я пока что не знаю, что построить. А я уже знаю, это будет такая, как бы, особая гоночная машина. И вот сюда получается. Назад. Так, ребят, я еще забыл сказать, что мы строим всего 15 минут тачку. Не из дерева, да? Не из дерева, да, главное не из дерева. Кстати, уже прошло достаточно много времени, таймер. Вы его, кстати, сейчас видите у себя на экранах. Так. Элементы. О, я знаю. Я еще вот так сделаю. О, это будет такая офигенская тачка. Это просто. Она будет прям вообще. Блин. Главное, чтобы это все теперь стояло. Идеально. Просто идеально. Колес. Оба. Ой, большая слишком. Так, смотри, главное еще сделать эту красивую тачку именно. Красивую, она была, на красоту. Да. На декорчик. Хорошо. Декор это всегда важно в машине. Слишком большие. Это как пойдет. Вот так уже, мне кажется, нормально. Блин, что-то вообще. Как-то. Ну, блин, это, конечно, похоже не особо на машину, хотя... Блин, у меня бампер отвалился. Хочешь прикол? Я, короче, там порезал не в том месте, у меня все отвалилось нафиг. А, ну, бывает. Капец. Заново делать. Получается, не, все же эта деталь тут нужна. Так, сейчас. Ну, допустим. Ладно, построим как-нибудь здесь. Поворотный механизм вообще. Снимаем. Так, все. Первая машина, да? Прошло уже, кстати, 2 минуты. На самом деле, очень быстро время летит. 2 минуты. Так вот делаем, получается. Надо повторить все. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки успеем что-то сделать хотя бы, чтобы это было похоже как-то минимально на машину. Я думаю, успеем там что-то. Ну, мне, да, кажется, 15 минут это все равно мало. Ну, еще можно выделить несколько минут на покраску, в принципе. Если прям надо будет. Ну да. Ну, это прикольно. Может быть. Можно, кстати, сделать прям классно. Если у меня получится, я еще немножко приофигею. Получается. Так, если вот тут вот сделать, по сути, такой ободок, можно прям классно сделать. Прям это будет реально как гоночная машина какая-то. Сюда получается. Ну-ка, подожди. Нет, здесь мы другому сделаем. Оно будет стоять нормально? Кстати... Вроде правильно. Если мне кажется, что вот тут нужно немножко удалить будет, потому что да. Кстати, еще сделали специальную стеночку, чтобы не подглядывать друг к другу.
чтобы у нас было, ну, интересно именно. Никто ни у кого не крал. Да-да-да. Идея не воровал. Ну-ка. Как оно будет? Вот, идеально все. Только мне надо ее переместить ближе сюда, а то она куда-то уехала у меня. Немножечко. Вот, все. Поднять надо домкрат. Я думаю, идеально получается. Ну, я надеюсь, что у тебя там, да, что у тебя там все хорошо. Так, подожди, а вот тут... Придется, короче, не особо ровно сделать. Мне что-то тэпает иногда. Тэпает? Назад. Да. Не знаю, что это. Слушай, а у меня получается на самом деле моя задумка. Немножечко, но получается. Да, я знаю. Так, подожди, ну-ка. О, это уже прям хорошо. Выходит так. Седло водителя от сидения чем отличается? Ну, слушай, я не знаю, наверное, ничем все же. Хорошо, ладно. Так вот. Движок будет... Ой-ой-ой, сотрясло такое. Так. Движок будет стоять позади. Главное, не забудь, что мы делаем именно быструю машину. Это нельзя забывать. Если забуду, что все, это конец. Именно тебе, потому что я тебя уделаю в этой гонке. Ну, если ты, конечно, забудешь. Если забудешь, то еще какой факт? Да. А если вот не забудешь, то не знаю. Ну, раз быстро, надо делать ее, получается. Вот с ускорителями. Ой-ой-ой. А, сюда кресло, вот, наверное. Вот сюда. Подожди сейчас. Таким образом, как мы сделаем, вот здесь вот расчистим. Ну давай. А почему он не помещается, не понимаю. А чё оно вообще никуда не ставится? Что за бред? У меня что-то с машиной не то произошло. Оно ставится только сюда, чё за бред, конечно. Так. А если это убрать? А у меня кресло заломило. Элементы. Это хорошо. Это плохо. Это хорошо, если залагало. Нет, это хорошо, плохо. У меня появилось время, значит. Если залагало у тебя. Блин, а тем временем уже прошло 5 минут, слушай. Блин. Плохо. Не, это очень-очень хорошо. Подожди, а если я вот сюда поставлю? А, не, вот, все, ставится, все. Блин. Ну серьезно, залагало. Слушай, вот как по мне, у меня прям неплохо получается. Мне даже нравится. Так что не перевешивала, получается. А у тебя она большая или маленькая? Не, ну как сказать, ну достаточно маленькая. А, у меня тут немножко с пропорциями что-то случилось, поэтому мне придется таким образом это все еще одним слоем сделать. Если поставить надо. Кстати, мне и колеса надо переделать, получается. Надо какие-нибудь уголки найти. Вот такие вот. Вот так сделаем. Ой, подожди. Как? Блин, я не знаю, как тут копировать. Блин. Вот, все, так. Блин, значит. Ой, не, ну слушай, вроде с пропорциями все прям прекрасненько. Теперь прям все хорошо. Вот да, вот мне тоже нравится. Так, вот так удаляем, и еще нужно вот это удалить. Так вот попробуем. Нельзя, да? Ну ладно. Ничего, бывает. Ой, слушай, уже 8 минут почти прошло. Нужно, ну как, 7.40, короче. Нужно нам с того же двигателя ставить. Нет. Так, двигатель у нас будет стоять вот здесь с вами. Я сделал. Надо сейчас. Выглядит офигенно. Чисто машина будущего такая. Так. Главное... По красоте, если делать. Ну, как
Главное их всех подключить, чтобы они работали. Подожди, этот подключен. Блин, это очень сложно в этих зарослях путаться вообще. Легко прям. Так, все. Главное не Макси. А то ты знаешь, что может быть, если за Макси. Улетим в космос просто. Так. Надо поставить. Все, по сути, они все стоят. Должны все стоять. Все. Так, давайте проверим, все ли у нас работают. Да, каждый у нас работает, все. Так, ну я даже, слушайте, не знаю, что еще тут можно. Можно, конечно же, сделать какие-нибудь стеклышко офигенные. Или просто оставить как кабриолет. Мне кажется, кабриолет тоже было бы неплохо на самом деле. Но мне нужны именно стекла. Так, сейчас мы какие-нибудь стекла. Вот эти, по-моему. Нет, вот эти. Вроде вот эти должны прям подойти идеально. Угу. Подожди. Я помолчал. Блин, у нас остается всего 2 минуты. Всего 2. Ничего, успеем. Не знаю, не знаю. Я вот навряд ли успею. Но у меня прям... вообще. Машина так машина просто. Правда, вот эта фигня неровно, но... Так, ну у меня все готово. Мне осталось только можно покрасить, в принципе. Но... Синий-синий. Покрасить, движок не едет. Все вот эти красим. На максимум тогда поставим. И последний штрих, номер. Все, я закончил. Ты закончил? А, нет, еще можно колеса. Времени прям очень мало остается у нас. Так, через несколько секунд. Блин. А, все, время вышло, короче. А, да? Да. Сейчас, подожди, пожалуйста. Нет, все. Какая получилась, такая и получилась. Всё. Так, ну давай, все, хорошо. Садимся в наши машины, боже мой, как мне сесть-то вообще. Так, все, снял. Кратко. О, нифига. Ну-ка, подожди, какая у тебя машина, блин, не видно. Ладно, давай, на счет 3. 1, 2, 3. О, идеально просто. У меня не получилось. О, поехал. Все, я доехал, а ты там как? Ой-ой-ой, ну-ка давай. Едешь потихоньку там, плетешься. Мне просто, знаешь, заборчики мешают. Ну, кстати, она у тебя очень даже классно выглядит. Прям офигенно, я бы даже сказал. Так, хорошо, ребят, естественно, мы играли просто по фану. Победила дружба. Так что всем удачи и пока. Ну, пока. Иди сюда, я тебя просто побью нафиг.